Это большая награда. Это награда, чтобы быть ее подругой. Это большой орден. Это, не знаю, еще как назвать и как, что сказать об этом. Быть в семье Верикуанча Паризе, Михаилыча Аурели, Софикуанча Аурели, потом еще добавился Котовик Махарадзе, и быть ее подругой. Быть подругой замечательной Софику. Быть очень близкой подругой. В театре самая близкая подруга была я. Я могу это громко говорить, у нее много подруг, но и в театре я была самая близкая. То, что она, вот, допустим, она едет в Париж, берет меня с собой, она едет в Карловых Варах, я тоже там. Она когда была депутат Верховного Совета Союза СССР, это большой этот самый, ну, вездеход. И в Кремле она была приглашена, кинематографистов была приглашена в Кремле на большом, в Георгиевском зале, на банкете. И, а я, конечно, не должна была там. Все она сделала и меня завела туда. Я говорю, Софико, я боюсь, а вдруг они скажут, что она не должна быть тут, что кто она, почему она здесь? Я здесь отвечаю. Знаете, в чем дело? Она все, что добро сама получала, она хотела всем раздать это. Она хотела, чтобы все были участники этого добра. Мы вместе делали все там, дома, вот, и, да, день рождения. Все. И вот этот день был всегда праздник. И для всех, для его друзей всех, абсолютно. Все знали, что 21 мая – это Софико. 21 мая – это Софико должно быть дома у нее. И мы вместе делали это за стол, все, это самое, приготавливали вместе все. И вот каждый день почти, я как... Ну, я вам скажу, что не каждый день уже, но неделю один раз или месяц раз обязательно я сюда прихожу и с ней разговариваю. Разговариваю как так, как будто она жива. И как будто она меня понимает, знаете. И как будто она добро для меня говорит мне что-то. И вот так я отсюда ухожу. Все, что я переживаю в жизни или что, все с ней вместе. Все она знала об мне. И я про нее. Все мы друг другу говорили. Она знала, что я очень такой, что я ее очень люблю. Она это знала. Я довольна жизнью, довольна тем, что я актриса, довольна тем, что я была в театре Марджанишвили, где работала вместе с ней, с моей замечательной подругой. И что я была близкая, очень близкая подруга. Спасибо Богу, спасибо Софико, главное, что она меня так полюбила, что я была ее ближайшей подругой. Мы в Москве очень часто бывали вместе, ее все любили, абсолютно все. Встречали, на улице ее узнавали, ой, Софико Чаурели, она очень знаменитая. А здесь вообще в Грузии обожали ее, и в Армении обожали ее, она же играла в армянском фильме. В общем, я могу сказать, что я очень счастлив. Тем, многим чем другим, но очень счастливы тем, что я была блестящая подруга, блестящая Софико Чаурели.